начинается история про конечности. Ну, с самого начала настоящий позвоночник. Позвоночник, как и большинство типов живых существ, происходит в водной среде. И первых настоящих позвоночных вы знаете хорошо. Рыбы. Но если уж быть совсем корректным, то задолго до рыб возникают намного более примитивные существа, которые называются бесчелюстные. В современной фауне от них остается только две группы – миноги и миксины. Назвать их рыбами крайне не рекомендуется, но это примерно так же, как мартышку называют человеком. Да, конечно, родичи, но люди слегка сложнее. Так вот, рыба слегка сложнее бесчелюстных. Но бесчелюстные уж больно специальная группа, поэтому давайте с более хорошо вам известных рыб. И давайте обратим внимание вот на что. Позвоночник мы называемся не случайно. Главная деталька нашего скелета – позвоночник. Основная опора для всего тела. К переднему концу позвоночника крепится череп. В туловищном отделе от позвоночника отходят ребра. Между левыми и правыми ребрами находится дорогущая пещера, которая называется вторичная полость или целлом. Именно здесь находятся все так называемые полостные органы. Вся система органов пищеварения, сюда трубка вырастает, а вот выход этой трубки. Все крупнейшие железы, печень, поджелудочная. В самом переднем конце целлома, сразу за глоткой, вот здесь, находится отдельная камера, огороженная своей перепоночкой. Перепонка это называется околосердечная сумка или перикард. И в этой отдельной комнате находится наше с вами сердце, сердце позвоночника. Здесь же находятся половые железы, гонады, здесь же органы выделения почки. Как мы видим, вот в этой полости собрано все. Вопрос. Вот здесь что? В тех местах, которые промаркированы крестами. Значит, мышцы именно так. Самая сильная мускулатура любого позвоночного – это мускулатура спины. У нас с вами, кстати, абсолютно ровно то же самое. Подумайте, какой вес вы можете поднять рукой, вот так, а какой вес вы можете поднять, разгибая спину. Вот разгибая спину в 4 раза больше. Так что мускулатура спины – это самая сильная мускулатура у всех. Она первичная, первоначальная, самая главная.